В Жангалинском районе выпускники прошлых лет на 25 мая преподнесли своим учебным заведениям подарки в рамках проекта «Туганжер». Взрослые, уже состоявшиеся люди до сих пор помнят своих учителей и благодарят их за знания, которые помогли им на жизненном пути. Самые лучшие воспоминания выпускников связаны именно со школьными годами, поэтому в день последнего звонка они вернулись в родные стены и разделили радость с сегодняшними 11-классниками. 20 лет спустя выпускники 2001 года Жангалинской средней школы вновь со своими учителями. Педагоги гордятся учениками, их достижениями, успехами. Многие сейчас не живут в родном селе, но всегда приезжают сюда с большой благодарностью. В честь 20-летия окончания школы они оставили о себе добрую память, построив аллею знаний. В парке ветеранов также сделано благоустройство и высажены деревья. Земляки благодарны за вклад в развитие родного села. Мы хотели оставить след в родном селе, в родной школе. Аллея знаний – это наш подарок. Еще посадили 130 деревьев, чтобы наше село было зеленым. Мы хотим пожелать выпускникам других лет продолжить эту традицию. Мы сделали это с большой любовью к родному краю и своему селу. Нужно отметить, что выпускники школ прежних лет вносят большой вклад в развитие своих сел, стараясь решать важные проблемы, благоустраивать территорию, делать свою малую родину еще краше и привлекательнее для земляков и для молодежи. А в селе Кобжасар выпускники средней школы имени Дины Нурпейсовой построили сцену, где будут проходить все выступления местных артистов при проведении различных мероприятий. Теперь культурных мероприятий станет больше, считают жители села. Сегодня у нас особенный радостный день. 10 лет, как мы окончили школу. Мы хотим, чтобы летом в теплое время года люди с пользой проводили время, чтобы здесь проходили концерты, другие мероприятия. Мы объединились и установили эту сцену. Вместе мы сила и все мы патриоты. Хотим, чтобы наш край процветал. Пусть такие благие дела продолжаются. Аким сельского округа поблагодарил выпускников за добрую память о родном селе и вручил им благодарственные письма. Завершилось мероприятие концертной программой на новой сцене. Екатерина Шмидт, Ержан Туйлыбаев, Дастан Уразбаев, телеканал Акжаик.